Приветствую, любительницы и любители квадратного и практичного. С вами вновь Эфемер Абстрактный, и я сегодня вам буду рассказывать о обновлении Creativers R2.69.01 под названием Qubits Construction and Co. Ну, что в переводе на русский означает кубиты, строительство и другое. Итак, кубиты — крошечные, но трудолюбивые боты, которые могут создавать чертежи для вас. Позволяю вам испытать чертежи совершенно новым способом. Теперь вы можете быстро наполнить любой мир своими любимыми творениями. В общем, налетай, народ. Вы можете купить кубиты такие за денежки. Ну, либо вы можете получить кубиты вот, собственно, в этих сундучках. Давайте попробуем. Это удача Эфемера. Так, нет. И все, и больше сундука нет. Но я могу сказать, что вот через какое-то долгое время я зашел в игру и получил два кубита этих. Кубита, точнее. Так, что еще? Ну, давайте в магазин заглянем для пущей важности. Вот они, кубиты у нас. 25 кубитов стоит 600 монеток для про аккаунта, 1200 для обычного аккаунта. Ну, в общем, сами считайте, стоит ли оно того или нет. Я чуть позже еще поясню в конце уже видео, как кубиты работают и как вообще это происходит. Далее, новые костюмы. Строительная комбо, каска и подчинятель. Вот, подчинятель — это игра слов там на английском, в общем. Что-то вроде этого. Ну, по сути, это газовый ключ. И он как бы является по совместительству оружием. То есть это типа меч. То есть этим ключом можно кому-нибудь навесить. Далее. Король-компаньон. То есть это у нас типа фонарик. Ну и квадратная академическая шапочка, которую Эфемер уже себе прикупил. Вот она сейчас не показывается. Покажись, шапка. Ну ладно, поверьте мне, что здесь шапка. Вот она, о, появилась все-таки. Вот, то есть я ее что-то прям захотел и взял. Вообще непонятно, вот, то есть это академическая шапка, какой-то намек или что? То есть что игроки типа выпускники, а разработчики за ними наблюдают. К чему это? Я, честно, теряюсь в догадках, так что пишите в комментариях, если что-то какой-то обладаете информацией. Далее. Так, вот я, к сожалению, с первого раза не смог записать это видео, и теперь у меня, походу, нету в магазине. То есть я забрал. Может быть, где-то тут. Так, ну это монеты. Нет, наверное, все, я забрал, и оно из магазина, скорее всего. Хотя нет, надо просто покрутить ниже. Во! Тан-тан-тан-тан-тан. Вот. То есть Industrial Accessory Bundle. Надеюсь, я правильно произнес, потому что мой английский по-прежнему эфемерский по совместительству. В общем, это комплект промышленных аксессуаров. Я сейчас перенесусь на сервер, и мы можем оценить этот комплект. Ну а пока вот так он выглядит в магазине. Так, наверное, действительно пора на сервер и продолжим. Итак, магия монтажа и... Собственно, вот у нас эти новые индустриальные промышленные аксессуары. То есть замечу, что это не какие-то просто блоки, которым поменяли текстуры, как любят у нас playful делать, а именно вот какие-то такие предметы, по крайней мере, выглядят не блоками, а вот такими полноценными. В общем, конус безопасности, вот он. Классическая бочка красненькая, современная бочка синенькая, то есть как бы это типа металлическая, это типа пластиковая. Некий барабан безопасности, не знаю, может быть, как-то его можно иначе перевести, но по сути это тот же конус, только здоровый. И, собственно, промышленный барьер, ну по сути тоже какой-то барьер безопасности, только уже каменный. Ох, как же оно фризит. Ну и, собственно, новые машины, 3 штуки. Вы уж тут как-то сами подумайте, куда их использовать, потому что я, ну, не очень последнее время интересуюсь Creativers.
И у меня единственная возникает идея, куда эти машины можно было бы использовать новые, так это сделать дюп-машину. Возможно, с помощью вот этих машин новых можно обмануть сервер, чтобы можно было блоки размножать себе во благо. Но опять же, это только мои догадки, это надо проверять и думать, как создать такую машину. Итак, называется у нас одна из машин, теперь мне вот надо найти. Memory Gate, что в переводе примерно означает запоминающий вход. Хранит число, которое можно отправить на другие машины. Ну, как бы тут для машин стандартные рецепты, даже на них смотреть, по-моему, смысла нет. Так, генератор случайных чисел. Вот, Random Number Generator. И, соответственно, он у нас генерирует случайные числа и отправляет случайное полученное число на другие машины. Ну и, собственно, счетчик, каунтер, считает либо в большую, либо в меньшую сторону и отправляет текущее число на другие машины. То есть, наверное, можно еще и часы сделать. То есть, в принципе, стрелки как-то подвижные. Единственные проблема, наверное, чтобы это происходило. Ну, в общем, со счетчиком можно много чего наделать, на самом деле. То есть, именно счетчик-то как раз больше всего и не хватало, наверное. Ну и, собственно, возвращаемся мы к кьюбитам. То есть, теперь у нас чертежи. Вот здесь у нас blueprints, это чертежи. Чертежи теперь могут быть куплены за кьюбиты. То есть не за монеты, а за кьюбиты. Тут разработчики в своем патче пишут, что цены в принципе снижены. Ну, имеется, видимо, в виду, что раз мы теперь за монеты не покупаем, то в эквиваленте, то есть если вы покупаете кьюбиты за деньги, все равно цена снижена. Но опять же, для стран СНГ это по-прежнему, мне кажется, очень-очень крайне дофига денег надо вложить в монеты, чтобы как-то, ну, более-менее это было все оправдано. Но это только мое мнение. Так, далее. Вот у нас есть части костюма. И если раньше это был просто флешлайт, то теперь разработчики написали, что они переименовали его в компаньона, потому что, ну вот видите, у меня так, как же это делалось? Я уже забыл все. А, ну вот здесь вот. То есть там они по-прежнему у меня фонарик называется, а здесь компаньон, возможно, это допилит. Ну и, соответственно, вот мы можем нового этого короля компаньона, вот мы можем Леофи, малыша Леофи сделать вместо фонарика. Ну и то, что я получил на Хэллоуин, то есть привиденчик, вот такой фонарик. Но по сути это все равно хоть и компонент, но тоже фонарик. В общем, это все ерунда на самом деле. Цены на костюмы были пересмотрены, и в конечном итоге они стали якобы дешевле. Так, во время полета в режиме создателя персонаж теперь анимируется аналогично ракетному ранцу, и волосы для вашего персонажа под шапкой стали лежать более ровно. Во как надо. Правильно. Шлем и сверху шапка. Отлично, мне нравится пляй. Также разработчики из Playful исправили некоторые тени от предметов и другие мелочи, которые я не захотел переводить, но тени там действительно от последних предметов что-то как-то криво падали. Ну и, собственно, из-за того, что я получил парочку кьюбитов, я попытался проверить, как это вообще работает. Суть такая. У вас, кстати, забыл сказать, вот этот индустриальный пак падает вот сюда. То есть, если у вас здесь много, то надо будет вот здесь поискать, чтобы его открыть. Вот здесь еще у меня предыдущий патч, который я даже не трогал, потому что переводить смысла особо сена нету. Я думаю, и так все там было понятно. Вот. И, соответственно, как только вы, допустим, показываю, чертеж взяли, купили вот за кьюбиты, у вас появляется вот такая вот куча ящиков, и внутри, соответственно, все, что нужно для постройки данного чертежа, который вы купили за кьюбиты. То есть вы можете либо просто взять cornerstone
то есть get cornerstone просто взять и не получать этот набор, это не обязательно. Либо можете получить набор и уже наслаждаться просто, ну, строительством. Соответственно, я тут какой-то набор взял по приколу. Какой-то там... Блин, сейчас вспомним. Греческая вилла номер один. Вот. И как только вы заходите в Cornerstone, мало того, что вы можете построить вот из того, что вам дали за эти кубиты, все предметы. Да, ну то есть ручками. Но вы еще можете построить с помощью кубитов. То есть, если у вас в инвентаре, насколько я понимаю, все есть, вы вот это активируете, и у вас автоматически строится рецепт. В общем-то, об этом разработчики и говорили с самого начала. То есть, вам уже вообще ничего не надо делать, просто деньги кидайте. И все, либо заходите ежедневно. Я не знаю, с каким шансом выпадает из сундука кубиты. Но вот я уже сегодня... Пока у меня 50% шанс, потому что я всего два раза в игру зашел. Вот, на этом, видимо, все. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь. Возможно, я еще буду переводить Creatives, если она, ну, как бы, будет продолжать обновляться. Хотя, мне кажется, это уже какой-то крик души своеобразный от разработчиков, что дайте денег, господа. Ну вот, ну, собственно, Эфемер тоже от донатов никогда не отказывается. Вроде бы, пока еще не настолько все плохо. Ну и, собственно, подписку на сети, свои соцсети я тоже одобряю. И если вы хотите меня поддержать, то подписывайтесь, репостите, ставьте сердечки, пальцы и прочее. Также я относительно недавно сделал группу для Стима. Соответственно, туда тоже можно вступить. Не обязательно заходить в чат, но можно вступить туда, и вам будут падать уведомления. То есть я делаю объявление, если на сайте появляется что-то новое, вы получаете уведомление от Steam. Вот так вот это все работает. На этом все. Спасибо за просмотр и надеюсь до новых встреч в новых видео. Всем пока.